welcome back to Metro 2033. We are treated to a bit of a cutscene of a pre-apocalypse Moscow. You can see the Kremlin clock tower, which is pretty much symbolic to the city of Moscow. To the right and bottom, you can see Lenin's mausoleum, still intact. Now, our hero Artyom was born before the nuclear apocalypse, which is why he reminisces about the times gone by. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. This was our stepdad. Let's see. So this is Artyom's little room. It's got nice little tapestry on the wall. Some schematics for weapons. Some lamps you can turn on and off. And a poster for the Metro 2033 book that was what this game is based off of. Can interact with a few things here. Yeah, rock out, Artyom, rock out. Looks like he was really bored out here just doodling things. Anyhow, let's get moving. Let's see what Hunter has in store for us. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. И что ты хочешь сделать черными? Найти и уничтожить. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? As you can see, the people who managed to survive the apocalypse decided to move down to the Moscow Metro, which is pretty much the Russian version of the subway. Давай послушаем Хантера. Сереженька, Сереженька, моего никто не видел. Привет, Сережа. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Looks like this particular station is in a bit of trouble. Послушай, что говорят люди. Люди хотят валить. Леша, можешь ждать. Пойдем, Артём, пойдем. Где ты, Леша? Мой брат в лазарете. Хотел тебя отпускать на это дежурство. Выживет он. Что с Алексеем, не знаете? Леха кто-нибудь видел? Петр. Хурыж. Врач ничего не говорит. Он в ночь вчера дежурил. А, извините, не узнал. As you can see, there's a fairly large crowd of people here who want to find out what's happened to their relatives. Some of their lines are not actually subtitled, so I'll do my best to explain. More or less, they're complaining that nobody tells them anything about the condition of their relatives. However, we, being the stepson of the leader of the station, get to see what's inside and what actually happened. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Не могу. И не могу. Рано или поздно. Добраться. Добраться. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. As you can see, the encounter with a certain type of monster, the dark one, leads to psychosis and general mindfuckery. He keeps saying, get there, and keeps saying that he can't get there. I'm not sure what exactly he means and where he's trying to get, but that's how it is. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай чертовы ворота. Meet Hunter. He's a badass. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер.
As you can see back there, there was a рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Hey, Hunter. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как? Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Hey, thanks, Hunter. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... Они идут сверху. Черт подери. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хан... Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Weapon. Здесь. Hooray! Oh, you got the AK? Fine, I guess I'll take the pistol. Okay, it gives us a little tutorial that we can switch between weapons with the number keys. Been the same since Doom. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. So they're coming from the vents. There's four vents in this room. I'm not sure why exactly the vents are glowing, but it provides us a nice mood in the form of monster silhouettes. Except that one. Did I mention Hunter is a badass? Because Hunter is a badass. Down go more. Go. I'd hate to be the guy who cleans out these mutants out of the vent after we're done dealing with them. Безнадежно! Нам их не остановить, Хантер! Продолжать огонь! Wow, my stepdad is kind of a pussy. I wish Hunter was my stepdad. Oh god! As I said before, monsters like to get up close and personal. But if we're up close and personal, we do have this handy little thing. And here is how using an elf tablet, you jab yourself with a little one-time use capsule. Артём, с тобой всё нормально. Конечно, этот-то не пропадет. Thanks, Hunter. I appreciate the compliment. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo Novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Homo Novus'ов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! That's not good. Черт! This is a look of a man who died
terrified. Черт, 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 черт! Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? The tag says Sparta, a faction that he belongs to, and they're taking a very radical stance against the mutants. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Okay, I'm gonna go ahead and cut the video off here, and we'll continue in the next one. This has been Lazy Maniac, playing Metro 2033.